Саша, не кажется ли вам странным нежитие? А вы все ссоритесь, да перекоряетесь. Уж не боитесь ли вы греха? Нет, ну как-то иначе там так. Уж вы ссоритесь, да перекоряетесь. Уж не боитесь ли вы греха? Да. Так. Отчего же вам так много? Я репетирую, кого там принесло? Лёша! Лёша! Родной мой! Лёша! Ой, одна. Познакомься, это... Здравствуйте. Это Лиля, моя... Боже мой! Вот как? А я уж думала, что брат у меня только больных умеет резать. Что вы стоите? Садитесь на диван. А мы с Алёшей уже несколько лет общаемся. Только вот почему-то он меня знакомить с вами не спешил. Полагаю, что он ждал, пока созреет его решение. А решение его зрело чрезвычайно долго. Я уже потеряла всякую надежду. Решение. Какое еще решение? Ты никак надумал... Жениться. Вот свадьбу хочу в родной деревне справить. Так что, Аленка, готовься к встрече с родней. Нет, я в деревню не поеду. Кого я там не видела? А впрочем... почему бы и нет? Может быть, оно и пришло, это время. Вытирайте. Алёша, вы даже не представляете, каких нечеловеческих усилий стоит мне проходить мимо стен операционной комнаты. Добрый день, Андрей Лаврентьевич. Бог с вами, Лёш, какой день? Уже вечер. Вы что, весь день провели в операционной и даже не заметили, что наступил вечер? Вижу, устали. Да нет, что вы, это ли усталость? Не лукавьте, Лёш, я вижу, вы устали. Садитесь. Да я по себе знаю. Слушайте. А можно я буду к вам приходить в операционную, бесшумно ступая, не дыша, в уголке стоять буду? Андрей Лаврентьевич, ну, разумеется, в любое время. Ну, не могу, понимаете, ну, не могу я удержаться. Вот каждый день, когда вы оперируете, не представляете, я... Нет. Да и несу свое бренное тело к дверям операционной. Понимаете? И как кот ученый. Тут хожу туда-сюда. Слушайте, а может быть, меня как убийцу тянет на место преступления? А? Андрей Лаврентьевич, вы столько лет провели у операционного стола. Вам теперь без хирургии вроде как без кислорода. Ой, это точно. Вот.
Не могу. А теперь серьезно. Вы, Алеша, уникальный хирург. Правда? Вы не представляете, что вас ждет в медицине. Каким еще вам предстоит стать хирургом? Как прославится ваше доброе, славное имя. Я не шучу. Я не шучу. Ну, ладно. Я больше вам ничего не скажу. И забудьте то, что я вам сказал. Итак, до завтра. То, чтобы мое, это некой Хромовой Зои Петровны. Но рецепт выписал точно я. Правда, лет 6 назад, еще на заре моей медицинской практики. Денька, доктор, ну вот Зоя Петровна, это моя тетя. Тогда ее от болезни излечили. Она вам в ножки кланяется. Весной, правда, она с лестницы свалилась. Да так ушиблась, что теперь лежит и умирает. И помрет, если вы к ней не придете, не спасите ее, бедняжку. Пойдемте со мной в клинику. Милый мой, ну куда же я пойду? Ты прости, у меня сегодня крайне тяжелый день был. Я выдохся на сегодня. Кроме того, моя невеста... Ну ладно, веди. Деденька, доктор, только не пугайтесь, у нас света нет. Давай. Тетя моя бедняжечка, тут этих самых ступенек и свалилась. Ладно, они ее плохо видят. Мне кажется, я здесь уже был. Ну, так и я вам про то же. Были у нее, давно только были. Вот так крепко держите, а то еще, прости боже, навернетесь. А этот, скажу, ступеньку покрыть, но не знаю. Сколько тебе лет? 6 лет мне скоро. Только когда мне день рождения, я не знаю. Тетя говорит, скоро. Мне только один раз на день рождения подарок дарили. Дедушка дарил пряники сахарные. Вот только дедушка уже умер. Пошлите. Проходите, тут уже светлее. Только не споткнитесь, тут доски лежат. Ты моя тетя себе весной на гроб припасла. Если помрет, чтобы гроб ей сказать себе. Она про это все время думала. Она же ведь не помрет, правда? Вы же ее вылечите. Вы пришли, Алексей Макарович. Я же вас все эти годы вспоминала, только найти никак не могла.
А на днях мне приснилась наша старенькая Библия. Я ее соседке Верянтовне мне на небольшой мешок картошки вот 2 года назад поменяла. Тимка ко мне Ирина Антон привел. Я говорю, дайте срочно мне мою Библию. Она мне ее принесла. Открываю. А там рецепт ваш. Господи, как я обрадовалась. Ой, читаю. Морозов Алексей Макарович. Ой. Я говорю, Тимке, оббеги все больницы. Приведи мне этого доктора. Мы же когда-то мне жизнь спасли. Я вас помню. Что вас беспокоит? Беспокоят меня ноги. В коленях не сгибаются. Видать, как упала, так и переломала. Переломов нет. Обе ноги целы. Да. Судя по всему, у вас артрит. Ой. Я сейчас напишу, чем его лечить. Ну вот, Зоя, ты не помрешь. Тимофей, ты ведешь сейчас себя крайне невоспитанно. Отойди от доктора, сядь за стол и съешь каши, которую тебе сварила Ирина Антоновна. Кашу-то я съела еще вчера. Ну, тогда съешь чего-нибудь другого. Хлеба съешь. Хлеба нет. Чего-нибудь другого тоже нет. У нас вообще ничего нет. Никакой еды. Так, я вам тут все написал. А. Простите, я вынужден спешить. Я зайду к вам завтра. Да, и еще. Я Тимофея вашего с собой возьму. А. На час, если вы, конечно, не против. До завтра. Ваша рука теплая. А куда вы меня ведете? К себе домой. А зачем? Затем, чтобы накормить тебя и передать еды для твоей тети. Вот ты, Тимофей, ведешь себя совсем как взрослый. А нос у тебя чумазый и сопливый. Имя Тимофей не совсем не нравится. Зовите меня Тимкой. Хорошо, договорились. Держи, Тимка, платок. Будешь им нос вытирать. Спасибо. Что у тебя там случилось? Я рисую.
У меня тут художество. Неужели? Непременно покажите нам свое художество. Покажу. Только я за просмотр буду деньги брать. Я знаю, ты у нас не артистка, а коммерсант. Чем ты тут занимаешься? Да вот хотела эту картину выкинуть к чертовой матери. Вот как? Чем же она, интересно, тебя так разгневала? А ты не понимаешь. Еще скажи, что Дубасов это не с Сусловой списал, да? Yeah!
останься тут! Я вам сейчас... Да где ж такое видно, а? Что ж вы два полудурка вытворили? Чтобы за бабы так вот друг друга поизувечить? Да войну врага вот так не изувечивали, ну пошел в дом, в дом! Ну, чё расселся? Дом! Вот, держи, поешь. Куриный суп. Кажется, вкусный получился. Хлеб тоже тебе. А когда суп доешь, я тебе... Тимка, давай мы с тобой кое о чем договоримся. Давай ты к нам каждый вечер кушать приходить будешь. М? Договорились? Договорились. А я с тобой в субботу схожу на представление кукольный театр. М? Просто не может быть. Дяденька, тетенька, вы, наверное, не настоящие. Мне один раз было такое. Не мальчик во сне, солдатика подарил. А когда я проснулся, ни мальчика, ни солдатика нету. Потому как были они не настоящие. Вы ведь тоже не настоящие. Господи. Меня Лиля зовут. А дяденьку Алёша. Ты нас так и называй. Хорошо? Да. Ешь, ешь. Не спеши. Погуляй! Матвеевна, ты чего это не у Морозовых? Вся деревня нынче у них гуляет. Так ты... я сейчас пойду. Куда ж я денусь-то? Слыхала? Сын-то у них доктор городской. Известный доктор. Людей режет. А Алёшка-то? Ну? Ой, какой он молодец-то! И невеста-то у него девка-то городская. Нашим-то он девкам не чита. Но не лыком-то она у него шита. Догоняй, Матвеевна. Сейчас еще Протасовы за нами подтянутся. Ой, бегу, бегу, бегу. Есть такие люди, на которых даже глядеть сердце радуется. У того, как люди эти, гордость наша. Колхоза нашего гордость. Оставил ты родную деревню, Алексей. По другому пути пошел. Но путь твой доблестный и славный. Ты теперь, Алексей Макарович, в городе большой человек. Ты теперь людям жизни спасаешь. И все мы тут собравшиеся дружно гордимся, что наш земляк таких высот достиг. Да. Не. Ну, тихо, тихо. И невесту ты себе выбрал, хорошую, правильную. Да к тому же еще и красавицу. Дорогие наши
Алексей или Илья. Совет вам до любовь, детишек побольше. Чтоб заботились всегда друг о дружке. И жили в мире и согласии всю вашу жизнь. Дед Лукьян. Ну так, Горько! Горько! Дурной характер, а? За молодых! Хлеб берите. За счастье молодых! От дурной характер, за молодых! За молодых! За молодых! За молодых! Ой! На счастье! Где пьют, там и льют! Это в сердце моем. Ты зачем караулишь меня? Ведь я живой мужик, не каменный я, а? Змея ты, а не баба, змея. Уезжаю отсюда. Походу, я с тобой беды-то не наделал. Ты, я же тебя сбежала. Я же ведь ничего не могу. Ты, только ты. Дура ты, Аленка, а? Ну зачем я тебе? После председателя. Ой, понесло родимого по степям, понесло. Кто на всех колхозных собраниях председателю наказ дает, напутствие? Нет, Лукьян, это не как о себе. А об ком еще, коль не о себе? Ну-ка, цыц, все, цыц. Лукьян Потапыч говорить будет. Батя. Чё, батя? Чё тебе завсегда батя, батя? Твой батя в Лёшкином роду самый главный, самый старшой человек. О, батя. Алексей. Лилия. Лилия. Ну, мы с вашей бабкой 50 годков уже вместе. О, это кто ж тебе енту арифметику подсчитал? Замок, старая! Замок! Ну так вот. И ругаемся мы с ней. И дружка на дружку глядеть, ну просто фу. Ну вот сослись мы так, что как будто чудо-юдо какое. Двуголовая, ну. Так это я к чему клоню-то? Чтоб вы были как голова до шеи, вот так. А кто из вас голова,
А кто шеи, это вам, вам самим решать. А, я вам не указ. За голову-то за шею пьем, за что пьем-то? Уйди, нет? Бабка, уйди! И шо? Чтобы мне правнуков скорехонько состряпали, покуда я не помер. Батя, а можно я скажу? Твою, ты никогда за столом речей не толкаял. Говори, говори, мама. Да? Говори, говори, доча, говори. Я что сказать-то хотела? Речей держать не умелая, но сегодня скажу. Для каждого из нас земля родная, отчий берег, стало быть, один-единственный на всю жизнь, как отец да мать. И ежели ты покинул этот берег, забывать его нельзя. От того, как предки тут твои жили, от того, как они тут схоронены. Земля эта видала их слезы, радости. Ты, Олешенька, вряд ли сюда еще вернешься. Но забывать берег-то этот нельзя. Никогда нельзя. Вот. Дашка! Ну чего это? Как на поминках-то? Вот тоску-то навела. За молодых! Сказала? Теперь же садись. Ну так это, Горько! Thank you.
Аленка-то вон еще на пару дней тут останется с нами. Уж не знаю, что же ее тут в деревне-то держит. Или кто? Ой, да ну тебя, Макар. Ладно, что ж мы про Аленку-то на вон. Когда захочет повидать Алешку-то, повидает. Рядом они. Вот. А мы? Леша! Мам! Мы к вам в конце лета приедем. Да, знаю, вкусно себе. Ну, слушай, ну чего ты плачешь? Ну... Все, ничего, не буду. Все, все. Все. Лиля, деточка, ты же нам как дочь родная, семья моя. Ты не гляди, что же я баба-то простая, деревенская, набужная, безграмотная. Но я к тебе всей душой, всем сердцем. Спасибо, мам. Спасибо за все. За Алешу. Леша, Леша! Мам, ну... Ну, все, едва, все, все, все. Едва, детки, у вас появится. Вы к нам сразу. Мы с отцом-то в грязь лицом не ударим. Вон, своих четверых в госпитале вырастили. А тут внуки. Леша. Мам. Леша. Ну, мам. Все, 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 все. Мам, ну что ты так ждешь, это свое Леша? Леша. Мам. Все, мам. Степа, вы если с Варей надумаете в город, на учебу или на работу захотите? Лиля, а как же так-то? Нас здесь одних с отцом. Ой, Леша, сынок. Ой. Ну, мам, ну все. Ой, все. Мать кончай, не топором отчалят. Все, все. Все, отпускай свина. Да. Отпускай. Ой. До свидания, Лиля. До свидания, Варя. Знаем, мы с Лешей вас всегда ждем. Дочка. Мать, отпускай сына. Не свидимся, я мать. Знаю. Мать! Все, иди. Иди. Пойдем, бать. Стёпа! Лилька, вас Варьку-то с панталыку сбила. Бошку-то себе забили? Чё, в город ехать удумали? Слышь, что говорю-то?
Да ничего мы не удумали, мам. Жили в деревне. Жить будем. Еще в этом городе не видали. Успокойся ты. Успокойся, успокойся. А вот неспокойно сердце-то мое. Уж который день. Санька Жуков сегодня приходил, покуда ты на поле был. За тебя спрашивал. Чего ему надо было? Бог его знает. Поди мириться приходил. Хватит уж вам зыркать друг на друга. Товарищами же были. Были. Сплыли. Степан, хочешь того или не хочешь, а Варьку я все одно за Саньку Жукову отдам, ежели он ее посватает. И кончай сестру на привязи держать, как собаку. Выросла она уже. Хочет с парнями водиться, пущай водится. Пущай водится. Ну, погоди, Степан. Степ, ты мне воды-то с речки притащи. Пару ведер. А то Варьку-то не дождешься. Вот девка. Пошла белье на речку постирать. Так до дыр ходит и застирала. Ну все, все, все. Слышу, говорю-то, да? Слышу. Характер ёди. Уходи! Тебя мать потеряла уже! Отвернись или уйди, я из воды выйду! Уходи, кто тебе мешает.
Уйди, Степа. Уйди. Дед! Лукьян! Дед! Лукьян, да проснись! Проснись же ты! Ну! Чего? Сон дурной привиделся. Ну, так гони его прочь. И спи далее. Сон. Испужала мужа. Сей ночи. Лукьян! 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 Чего? Помрет у нас кто? Евдокия, ты чё языком своим метелишь? Ой, не могу, не могу, Лукьян, душа моя рвется. Ой, беда будет. Ой, ой, беда будет, беда. Тьфу ты, идти твою налево. Что за народ такой, дурной бабы? Пойду самовар заварю. Чаю по хлебам. Евдокия. Чаю по хлебам. По хлебам, по хлебам.